20 лет ночи пожирателя рекламы в России. Уникальное шоу, 6-часовой ночной показ коллекционных рекламных роликов пройдет в Самаре 29 ноября в КРЦ «Звезда». Об этом и многом другом рассказал главный российский пожиратель рекламы в пресс-центре 63.ru. Я вообще хочу сказать, что в этом году действительно программа особенная, в ней меньше вот таких выделенных блоков, чем обычно. Меньше. Поэтому в целом вы будете смотреть просто такое единое, как мы говорим, аудиовизуальное произведение. Впервые ролики дублировали, и герои зарубежной рекламы заговорили голосами российских актеров. Зрителям представят подборку новинок 2013 года с разных концов света, от Японии до Мексики. С организаторами шоу стали агентство Twin Media и ТРК Terra, которые отпразднуют свой 15-й день рождения. И я думаю, не случайно, что вот 20-й юбилей ночи в России мы отмечаем здесь, в Самаре, и уже Terra в год своего юбилея 15-летия выступает с организатором проекта. Но здорово, очень приятно работать с такими замечательными людьми, и я надеюсь, наша дружба будет продолжаться. Всегда приятно. Как всегда, гостей ждут приятные сюрпризы. Диджей-сет от радио DFM, фотосессии, живая музыка и розыгрыш призов и подарков. Хедлайнером ночи выступит группа Cheese People. Всех ждет, естественно, как всегда, заряд драйва, веселой музыки. Я думаю, что мы, наверное, отыграем нормальную хардкорную программу, потому что все-таки люди будут разные, всем захочется потанцевать, и это все будет поздно ночью. Но, думаю, будет весело, и, естественно, всех очень сильно ждем. Ночь в Самаре начнется с 6-минутного ролика. Кроме того, в качестве бонуса организаторы подготовили уникальную подборку российской рекламы 90-х годов. Роман Харасов, Максим Юрисов, Андрей Тишин. Специально для 63.ru.